узнает себя только тогда, когда его лишают свободы. Интересно, насколько хорошо знаешь себя ты? Заключенный, встаньте на платформу. К другим новостям. Император Артур Минкск провел пресс-конференцию, посвященную 4-й годовщине окончания так называемой войны зергов. На конференции побывала Кейт Локвелл. Император, угроза нового вторжения зергов все еще очень велика. Но вместо укрепления армии вы тратите триллионы на выслеживание бывших повстанцев, таких как Джим Рейнер. Джим Рейнер представляет прямую угрозу Доминиону. Этот беспринципный мятежник сеет ужас и панику по всему сектору. Его банда подонков спровоцировала восстание в 6 колониях и похитила огромное количество оружия. Преступник будет привлечен к ответственности. И очень скоро.
Сначала поймай меня, сукин ты сын. Адъютант, войска готовы к бою? Войска готовы и ждут приказов, командир. Загружаю тактические данные. Отлично. Застоялась наша революция. Пора взяться за дело. Станция Дальняя. Важнейший транспортный узел Доминиона на Марсаре. Подрыв власти Менгска в этом поселении остановит экономическую деятельность Доминиона на всей планете. Отлично. Давно пора. Хьюгеньки, Кальцифер с вами. На экране Морпех. Старкрафтовский второй. Играть я буду на сложности боец. Как бы да. Адъютант, что там у нас? Доминион использует станцию Дальняя в качестве основного транспортного узла на Марсаре. Через нее проходят все грузы. Недавно основная часть войск Доминиона покинула станцию, ослабив оборону Дальней. Как реагируют местные? Местное население поддерживает антиправительственные настроения, но ему не хватает оружия и организации. Если мы отобьем станцию у Менгска, он еще долго не сможет вернуть себе власть над Марсарой. Готовь корабль. Для продолжения продолжаем. Ну что, парни, давайте покажем местным, что не нужно бояться Доминиона. Рейдеры Рейнора. Что дальше? Хватит прохлаждаться. Допустим, так, да? Обучающие видеоролики готовы к просмотру. Можно попробовать. Вар! Рассредоточиться. Держите ухо востро и не подставляйте спины. Вперед. Допустим. Я не подведу. Можно попробовать. За мной. Рейдеры, вперед. Не ходите по этой дороге. За мной. Подтяну. Я не подведу. Можно попробовать. Подтяну. За мной. Можно попробовать. Понеслась. Хватит прохлаждаться. Допустим. Я не подведу. Рейдеры, вперед. Убеди меня. За мной. Что дальше? Хилишься? Ой. Присмотритесь голограмма. К соседям. Не позволяйте инакомыслию расколоть наши ряды. Командир, уничтожение голографических стендов поможет разжечь бунтарские настроения. Хорошее предложение. Меня от Менгска уже тошнит. Расстреляйте стенд. Рейдеры вперед. Не молчи. Неплохо. Можно попробовать. Рейдеры вперед. За мной. А где все? Веди меня. Кому навешаю? Ну и что дальше? Не молчи. Не молчи. Моя семья, мои соседи. Куда они делись? Командир, в центре города собирается крупный отряд Доминиона. Ёпта. Значит, пора отправить им наш подарочек. Рейдеры, вперед! Опачки. Погибли бравые бойцы. Своим трудом. Каждый должен внести вклад в дело Доминиона. Зададим вверх. За мной. Можно попробовать. Так, дальше сюда. Можно попробовать. Я не подведу. За мной. Мы защитим вашу свободу. Рейдеры вперед. Понял. Дерьмово. Почему? Ну и не молчи.
Наконец-то. Вижу гражданских. После прибытия на место раскопок вас накормят. Моего брата отправили в шахту на прошлой неделе. С тех пор о нем ничего не было слышно. Опачки, сейчас свалят, свалят. Беги. Стой! Куда? Они стреляют по мирным жителям. Вперед! Можно попробовать. А теперь начнется самое интересное. За мной. Голожопики. Ох ты. Менгску придется заплатить за многое. Спасибо, Рейнар. Мы знали, что ты не бросишь нас в беде. Ближе к аванпосту доминионцы удерживают еще несколько колонистов. Сейчас разберемся. Шериф Рейнар. О. Давненько вас не было видно. Что, Ридик? Мы с вами, рейдеры. Красавчики. Это закрытая территория. Вы арестованы. Мы тебя прикроем, Рейнар. Не молчи. В атаку. Давай, удиви меня. Хватит прохлаждаться. Доминион. Готово. Красиво. Я не думала, что мы способны пойти против них. Но оказалось, что способны. Теперь у вас для этого есть и оружие, и ресурсы. Не дайте Менгску снова поставить вас на колени. Боюсь, как пойдем в здание на уровне службы ветеран. Понимаю. Марсара. Тайкус Финдли. При костюмчике. Спасает от сюрпризов. Я слышал, тебя заморозили. Пожизненно. Что, дали отпуск за хорошее поведение? Да, дружище. Теперь я образцовый гражданин. Так чем я обязан чести? Хочу предложить тебе кое-что по дружбе. Ничего себе, там мухи гигантские. Знаешь, зачем доминионцы сюда прилетели? Нет, но ты же мне расскажешь. Они выкапывают артефакты пришельцев, приятель. Твой друг Менгск на этом помешался. Но у меня есть кое-кто, готовый выложить круглую сумму за каждый артефакт, что мы позаимствуем у Доминиона. От таких предложений не отказываются. Да, Тайкус? Тогда по рукам 60 к 40. 70 к 30. В мою пользу. Прямо как в
старые добрые времена. Именно. Ну что ж, огоньки, на этом серия заканчивается. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Кальцифер. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, смотрите другие мои прохождения. Всех люблю и обнимаю. Всем удачи. Всем пока.